Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Начинаю новую стройку на канале. И в этот раз я буду строить артиллерийский тягач АТТ от фирмы Трумпетер в 35 масштабе. Модель очень интересная. Кому интересно узнать обзор содержимого коробки, обзор присутствует на канале. Мне модель эта очень нравится. Нравится она мне тем, что сделана на базе танка Т-54. В наборе не сильно много деталей. 520 плюс. Надеюсь, в сборке модель мне труда не составит. Тем более, как я говорил в обзоре, двигатель я делать не буду, хотя он здесь дан довольно неплохо. Интересно, хорошо собирается. Но я посмотрел инструкцию. Я буду делать закрытый капот и двигатель будет лежать в ванне корпуса, его просто не будет видно. Я лучше его оставлю, может быть, для какой-нибудь другой модели. Там он будет нужнее. Сейчас я подготовлю детали, подготовлю ванну корпуса, ходовую, траки и приступим к сборке.
друзья, собрал ходовую часть, поставил балансиры, подготовил, как видите, детали для кабины, собрал внутренности в самой кабине, рычаги. И теперь в следующем видео уже буду подготавливать кабину, красить, собирать в одну часть. На этом данное видео заканчиваю. Всех благ вам, вашим близким. Кому интересно увидеть продолжение, подписывайтесь на канал, оставайтесь на канале, следите за новостями. До новых встреч!